снять какие-то языки затестить. На Сиге, без Сиги. Короче, не знаю, как сегодня тестить. Йо, чуваки, всем привет. Сегодня будем тестить вот эти кеды Telford и SLK. Чем отличается от других моделей, у них охренная подошва. Намного крепче, чем у других моделей. И хороший Cord Control. Сейчас оценим, сколько они вывезут. Долго тупил, не мог не привыкнуть, потому что привык к другим кедам. Классные кеды, удобные, как на облачке, не развязываются даже. Вот там где-то 50 силов, что-то там попыток, и вот с ними, ну вообще ничего. Как-то. Чуть-чуть синенького там на доске что-то осталось. Вот. Ну и все. Это значит, что еще полтосик дам. Ну, чуть-чуть. Ничего. Thank you.
штуки, ну в общем, короче, чекрау. За 100 хилов, можно сказать, с ними вообще ничего не произошло, но вот какая-то шкряба, кусочек. Вот, то есть ни дырок, ничего не случилось, швы еще живые, все живо, шнурки тоже. Вот, как ни странно, но стопудово, что с флипов я бы шатал бы намного быстрее. Вот эти флипчики я вот так плавненько делаю, поэтому... По своим ощущениям, короче, скажу, что ощущение как на облачке. Любителям баскетбольных всяких кроссовок вообще респект. Они очень разносились. То есть я люблю, когда что можно сразу обуть и сразу гасить, не надо мучиться, там, разнашивать. А то есть прям полностью чистые, точнее не чистые, а живые. Живые-живые, все кайф. Мягкие, комфортные. Welcome.